Ну что, выехал я в рейс, вот приехал на погрузку. Видели, какая у нас погода сегодня? Погода нелетная, туманище. Приехал я на погрузку к 8 утра. Вот, еще подъезжаю, мне звонят. Вы где? Говорю, вот-вот уже подъезжаю. Ну хорошо, ждем. Ага. Короче, ребята, время уже 25 минут 12-го. А у меня в пуре еще даже конь не валялся. Грузится с двух складов. Как бы на одном складе все готово. И готово загрузить. Сказали, езжай, вот тут тебе еще надо заморозку закидать. А тут ничего не готово, короче. Стоим. Ждем. А нас сегодня накрыл туман. Ну, сейчас вроде уже полегше. Утром я ехал вообще как в молоке. 11 градусов на улице и туманище стоит. Обещаю, днем 18. Солнышко никак не может пробиться. Как начнет пробиваться, может быть, начнет этот все уходить. Такие дела. Ладно, следите за движением. Так, всем добрейшего утра. Я уже мчусь по Новосибирской области. Погода вроде нормальная. Сухо. Вот здесь уже вся листва желтая. Уже даже некоторые деревья облетели. А у нас еще даже зелень где-то есть. Хотя ночью ночевал, 7 градусов было, нормально, в принципе, не сильно холодно. Что-то вроде как снег обещали, не знаю, может придет. Вчера ребята скидывали где-то там дальше, то ли за Красноярском. Снежок пролетал. Тут пока еще осень. Так, добрался до горизонта. Нашел загрузку обратно. Сейчас вот буду заявку подписывать. Печать. Распечатаем заявочку. Ноутбук не прогрузился. Тупит. Тупит. Еще раз печать. Ну. Что? Что дальше? Вон оттуда должно что-то вылезти нам. О, сейчас пойдет. О, пошло. Вот она, наша заявочка. Сейчас мы ее подпишем и отправим обратно им. Такие дела. И пойду, наверное, что-нибудь там похлебаю, шурпу или лагманчик. Такие дела, и поеду дальше. Так, на выгрузке нахожусь. Вчера приехал. Уже ночь тут ночевал. Сегодня выгружают неспешно. Там в зеркале, видите, канистра с водой стоит. Набрал воды. Надо будет в фуре помыть, когда разгрузят. Стою вот, сходил в магазин, пельмени купил. Поставил вот воду. Воду греть. Вон пельмешки мои. Это чтобы
не расставили. Кинул туда. Фермерские какие-то, ручной работы написано, не знаю, ручная лепка. Будем пробовать сейчас. Ну все, приятного аппетита мне. Все, выгрузили, переехал на стоянку. Мою, блин, пол после полутуш. Они же навалом были, они их таскали. Короче, жир. Отвозиться надо будет мукой в понедельник. Сегодня суббота. Сейчас вот помыть надо. И высушить. Потому что мука влаги не терпит. Мы сразу привезем тесто готовое. Вот. Вот жизнь участника. Organ Operation. Все. Все в одну голову. И грузы найти, и машину отремонтировать. И фуре пол помыть. Короче, один за всех. Вот такая жизнь. Ну ладно, буду продолжать мыть. Так, ну это я вечерую, короче, этот, блин, готовлю ужин, пельмени жарю. Хочу передать привет Сане с Алтая. Вот Саня, по твоей методике жарю пельмени. О. Блин, они стреляют, блин, как сильно она. Ну попробуем, как говорит, как пирожки, говорит, получаются. Вот такой лайфхак. Ни разу я не пробовал жареные пельмени. Чтобы, как, ну вареные разогревал, а чтобы прям сырые сразу жарить, это впервые. Так, ну а я еду на Алтай. За мукой. Мука нужна людям, хлеб стряпать, пирожки, всякое такое. Ехали в Алтайский край, дорога закончилась. Все желто, осень. Вот пришвартовался на берегу моря под названием Обь. Речушка. Широкая, тут узкая, тут разливанная. Пойду обед готовить. Пообедаю, да дальше. Так, вчера загрузился. Выехал уже на торговые пути. У нас сегодня снежочек. Припорошил. Вечером вчера ехал, температура до минус 5 опускалась. Такая погода. Зима скоро. Как говорится, лето будет, не будет, а зима-то точно будет. Чикагинск. На выгрузку. Только
только что-то никто не торопится меня выгружать. А тут советский автопром грузится. Зилы. Ну и всякие там иномарки. А зилы еще живы, они еще в строю. Они еще развозят по городу. Конечно, кое-как, но все равно еще двигается. Да. Вот такие дела, короче. Ну все, сейчас меня выгрузят, и я домой. Домой. Съездил нормально, мотор себя ведет нормально. Масло маленечко подъел. Но будем надеяться, что он притрется еще. Такие дела. Все, всем пока.